Всем привет, продолжаем играть в Властелин колец. Битва воинств, почему-то каждый раз кольца власти хочется сказать. Все, не вспоминаю. Сорян. Не знаю, почему так. Давайте пройдем испытание. В общем-то, сегодня, я так понял, команда Кхана наконец-то выходит в Багенд. А это значит, что мы скоро зарегистрируемся. Вот только есть один нюанс. У нас сейчас одна эволюция тактики здесь идет. И та через 4 часа как бы заканчивается набор. А следующей нету. Ее просто нет. Она здесь была, но она исчезла. Вот, похоже, старт затянется. Да, что весьма печально. Вообще есть такое ощущение, будто разработчики сами лично убрали эволюцию тактики, потому что здесь где-то была эволюция тактики РП, но она исчезла. Это предыдущая была как бы. Не знаю, приложили ли они руку к этому, но все выглядит именно так. Давайте дайном я прогуляюсь. Ну как бы он справляется без проблем. Еще бы он не справлялся. Давненько, кстати, ничего годного не падало. Даже не знаю. Должно что-то, значит, выпасть в ближайшее время. Да, кстати, там же обновление вышло. Можно еще по приколу посмотреть, у каких командиров какие условия для получения уникалок. Вот еще дали молоток. Это очень хорошо, если вдруг ожерелье не зайдет на Фалгине, я смогу в любой момент в сезоне просто молотком его разобрать и вернуть себе щит. Вот, звучит здорово. Еще там изменения касательно вот этой вот новой механики, что командиры видны на поле боя. Теперь получается только внутри братства одного они видны. Видимо, для борьбы со шпионами сделали это разработчики или игроки просили. Вот, потому что реально очень палевная тема была. Так, все это сделано. Что там, целых 2 матома получается. Репутация какая-нибудь. Ну, почти. Пластинчатую броню дали. Ну, кстати, мне там как раз надо было красить. Я только не помню. По-моему, на зле еще одна упала. Да. Да, здесь у меня только одна. Единственное, что можно на доблесть теперь перекрасить. Получается, вот эту тему. Но я не буду, потому что эту пластинку носит Гэндальф. Ему охрана будет сподручнее. Да, я, кстати, еще не смотрел условия для уникалок. Для тех, кто не понял, что это означает, ну, вдруг такие есть. На 5 уровне уважения теперь можно посмотреть, какие задачи на уникалку есть. Ну и можно их выполнить, соответственно. Но получить можно только с 10 уважения. Выполните уникальную задачу Гэндальфа Белого. Ага, это, видимо, как у Готмага. Победить одну армию командиров нежить. Ваше королевство занимает каменные тролли. Какие интересные у Гэндальфа задания. Значит, у Дайна. Уникалка говна. Надо мотыгу Железного Нагорья получить. Выполнить уникальную задачу и призвать всадников на козле. Ну, тут просто довольно. Хотя с мотыгой, конечно, спорно. Но с другой стороны, если у вас есть Дайн R5, как минимум, или R10, то у вас и мотыга найдется, вы же в гномов качаетесь. Это большая честь, да-да-да. А занимает крепости Ретлуин и Нанлон. Ну, это за Линдон делается. 20 командиров армии Мордор. Наймите Элронд. А вот это вот охренеть, конечно. То есть, вам нужен еще один Т3 командир, чтобы забрать Аэглас. Капец. Ты, блин, Гильгалад, а? Ты посмотри, какой. Гаденыш.
Многовато ли ты просишь? Занимает там Ансул, это понятно. 10 монстров 25 уровня. Ополченец, легкая кавалерия, охотник. Ну, это ерунда. Что же там у Эомера идет? Эомер, Эомер. Уникальная задача, понятно. Используйте армию Эомер. Победи 20 командиров армии Зингард. И откройте маршалов. Ну, понятно. Короче, зайти за Рохан, нанять Т4 и посражаться с Зингардом. Все. Дальше у меня Леголас есть. Что у него с уникальной? Уникальная задача. Отряды охотников 5000. И наймите Гимли. Понятно. Довольно простые задачи. Так, Гимли нет. А что у Гендальфа на трубку? Башню Дурина занять. Не самая простая задача, хотя возможно вполне. Сразиться Немезида Турина. А, ну это с Балрогом. И качественную трубку добыть. Это золотая, как я понял. Такое себе. У Фродо с Сэмом. Три раза с боссом подраться. Горгород захватить. Одну плитку в Горгороде, как я понял. Используйте армию Фродо и Сэм, чтобы собрать ресурсы. 100 тысяч. Короче, как бы изи. Кроме Горгорода, конечно. О, что там у Балина? Занять море. Кольцо 100 уровня. И используйте армию Балин, чтобы победить 5000 орков. Ну, довольно простые задачи. Ну, у Фалгина я показывал. У Боромира тоже. У Фарамира что там? Асгилет забрать. 5000 злодеев убить. И 10 побед в бою с Дунедайнами. Тоже как бы легко. У Двалина 5000 урона от навыков, 5000 метателей нанять и усилить безупречно или лучше 5 раз снаряжение. Кстати, Мэри и Пиппин. Занять Хабитон, 20 командиров Изенгарда и захватить лагерь энтов. Смотрим, что у Эовин. Уникальная задача. 100 больших юнитов, 1000 вернее, одолеть. И 5000 кавалерии нанять. А у Халдера уникальная задача. Опять 5000 орков убить. И острый ум 100 тысяч опыта. Что у Ори, кстати. Наймите Двалин. Ну, как бы это у всех по стандарту выполнено. Используйте армию Ори, чтобы собрать ресурсы. 100 тысяч. И 20 заданий из таверны. Простейшее задание. О, кстати, уникальная стрела Хиргана. Уникальная задача Хиргана. Острый ум 100 тысяч опыта. И 5000 ополченцев. Тоже довольно простые задачи. Ну, в общем-то, да, продолжу держать вас в курсе светлого аккаунта. Может быть, сменим компанию, пойдем в какую-то другую. Пока не знаю, посмотрим. Как решит руководство. Давайте на злом аккаунте еще покажу, какие тут задачи есть. Ну, колдуна все видели. Как бы тут все сделано. Далее у посланца. 2 из 3 у меня сделаны. 30 навыков использовать. Отряд опустошитель открыть 1 раз. И море Нурнин забрать. И крепость Нурнина. Ускальхельм. Ускальхельм. Забрать крепость региона. Победить других игроков в боях 5 раз. Это самая сложная задача для Скальхелем, по-моему. Побеждать реальных игроков. И победить 500 отрядов зверя. Довольно, кстати, много. Что у нас там у Зегрида? У Зегрида 5000 урона в бою от навыков. Это изи. Захватите Эдорас за злую фракцию. И 20 командиров армии Рохана уничтожить. Ух так. Усовершенствовать безупречное снаряжение. Здоровяков 5000 раз нанять. И 10 тысяч урона огнем сделать ухтаком. У Юсрочки. Захватить крепость Южного Итилена. 10 тысяч урона в бою нанести Юсрой. Да, 10 тысяч. И 20 заданий в таверне сделать. Готмак.
Готмаг. У Готмага все сделано. Ну, как бы 5000 отрядов людей. А с Гилет уникальную задачу сделать. У помойки Ладхара. Забрать крепость Андраста. Улучшить снаряжение безупречно или лучше 5 раз. И 5000 отрядов эльфов уничтожить. У Грима. Используйте армию Грима, чтобы победить... Короче, ПВП 5 раз победить. Нанять лордца. И 20 командиров армии Рохана. Малтак. Вот у Малтака, честно говоря, я подсмотрел уже. Тут убер жесткое задание есть. Ну, как бы 5000 людей убить это изи. 100 тысяч острова ума это тоже как бы изи. А вот нанять 10 тысяч зверей, учитывая, что нету юнитов зверей, которых были, было бы по 100 в отряде. Вообще, представляете, сколько это надо их нанимать? Вот это, конечно, задача жесткая. А если еще и поставить себе челлендж, 10 тысяч слонов нанять, мне кажется, это не на один десяток сезонов затянется. У Горбатого все, по-моему, довольно просто. 5 тысяч людей, 100 тысяч опыта и головорезов 5 тысяч раз нанять. Ну, в смысле, 5 тысяч юнитов. А у Кхамула захватить Бри, нанять тень и 5 тысяч людей убить. Акзак. А, забрать Форнаст. Падших 2500 раз нанять. И использовать Акзак, чтобы победить 20 армий командиров гномы. У помойки Шаграта. А, в ПВП 5 раз победить. Усилить снаряжение. Безупречно или лучше 5 раз. И пусть Шаграт поддастся безумию в бою 20 раз. Надо, короче, чтобы он своих вырезал. Найс, задача. Уникалка лордс. Забрать аргонат. Само собой, лучников Рукхай призвать 5000. И победить 5000 людей. Так, я, в общем-то, продолжаю потихоньку скалочку с Курваном повышать. Скалка 44-го, Курван 45-го. Таймера у нас все еще нету до сих пор, поэтому, я думаю, успею еще потестировать. Мне тут, кстати, поскидывали отчеты с Азрукхором. Вот, довольно-таки интересные отчеты. Азрукхор здесь, ну, не то чтобы прям топовый. Обычный, собранный, фри-ту-плей, я бы сказал. Такая вот раскачечка у него тут с безумием. С горючим маслом. Через Т2 Уркхаев. Ну, и вот такой урон вышел. 287 тысяч. Из которых 219 сделали именно у Рукхаи. А, безумие, да, сработало здесь, но оно не зарешало. Я бы сказал. И вот так выглядит у нас Саурон. Интересный, конечно, отчет. А вот есть еще вот такой вот с Керуном. Это получается недобитый Азрукхор. Помял Керуна. Здесь тоже как бы... Безумие не сильно зашло. Но опять же, 108 тысяч еще накидали. Т2 арбалетчики. Ой, арбалетчики, говорю. Лучники Урукхай. Неплохо для них. И да, Керун у нас одет вот так. Ну, вообще, как бы да. Керун очень спорный. Не говоря уже о том, что у него стоят крушаки здесь. Теперь давайте перейдем к моим отчетам. Вот, что я успел навоевать. Последние отчеты Зегридам. Вот, здесь как бы Элронда он убил. Но, к сожалению, безумие. Безумие Зегрида сделало безумные вещи с его армией. Побил сам себя. 187 тысяч. Элронд здесь вот такой, напомню. А, далее. Посланец Саурона против Гильгалада. Это вот как раз таки то, что я хотел увидеть. Именно идеальный отчет. Но, как видим, плохо. Плохо себя показывает посланец. Даже с молотом. Даже если бы тут командование троллей было бы, мне кажется, ну, не сильно зарешало бы. Я ожидал большего. И то, посмотрите, сколько здесь еще безумия накидало. То есть, ну, прям вот, меня этот отчет разочаровал. И я понял, что вот такая игрушка только для Готмага. Вот, может быть, еще для Агларга какого-нибудь. Но точно не для Мосса. Поэтому больше я их не использовал на Моссе. И вот еще отчет
недобитый Гильгалад убился об Зегрида. Ну как убился, его покалечило. 124 тысячи только нанес. Тут еще и безумие немножко поработало. Вот, далее Зегрида просто убрал, без шлема на антибезумие пока смысла нет. А, Гендальф серый против колдуна. Вот, это я уже перекачался, поставил шмот на физу. Но не полностью он был исследован, даже 300 мощи нет. Такой вот результат. Ну, Гендальф здесь тот же этот, скрипочник. Да. Музыкант бременский. Или бразильский, точнее сказать, судя по описанию в профиле игрока. Вот, потом еще такой отчет есть. Ну, понятное дело, у этой девицы шансов нету против колдуна. 300 тысяч. Давай, до свидания. А потом еще... Это я, получается, колдуна оставил, он пошел в атаку на меня. А, Гендальфом сразу же напал. Не смог пробить. Это уже вторая атака. Или нет, я перепутал. Это дальше пойдет. Да. В общем, посланец против Гендальфа. И здесь, по-моему, был не исследован шмот, кажется. Да. Концентрация неполная. Поэтому вот такой результат получился. То есть даже урон неполный арбалетчиков. Плюс 4. А тут как бы 3, 2, 3 должно быть. Это нифига не 4. Далее еще Эовин разбилась об посланца. Потом еще Элронд об него же разбился. Потом Кхалдун против Гендальфа. Гендальф разбился полностью. А, вот оно, по-моему, новая линейка атак. Блин, или где-то дальше. Ну, в общем, ладно, там вообще жесть. Посланец против Гиля. Ну, нормальный результат. Причем поровну прям раздамажились. Ну, у Гиля хороший шмот, конечно. У него прям мифрилка неплохая. Белый кинжал у него. Не то, что у меня. И потом еще вот такой есть отчет. Тоже пополнил посланца. Опять с этим Гендальфом. Одни и те же лица. Но там вроде новые эльфы пришли. Я надеюсь еще с ними посражаться. Опять Гендальф против колдуна. В принципе, понятно. Потом еще Гендальф против колдуна. Он отступил, пополнился. Вот, неполного колдуна опять не пробил. Опять убился об него. Потом еще Боромир пришел, зачем-то убился. Потом еще Гендальф опять не отступил, убился. Об колдуна. Ну и потом убился окончательно практически. Не знаю, зачем он это сделал. Но... Далее опять посланец против Гиля. Здесь немножко зарандомило в пользу Гиля. А, ну здесь еще безумие прокнуло. Бывает. Халдун добил. И после этого еще раз Гиль напал. С колдуном уже как бы отчет похуже. Так, а, вот другой чел, да, пришел. Ну, нормально. Я считаю, нормально. Разменялся, в принципе. Я Т4 на мосе не использую. Потом Гендальф опять убился. И еще вот такой отчет с Двалином есть. Тут безумие, горение, безумие и железный страж. Ну, нормально отхватил. У меня причем колдун почти столько же накидал, как сам Двалин. Ну, в принципе, по моим наблюдениям, нет разницы, качать ли колдуна 12.6 или, допустим, 10.5.1 и 2.1 в яд. Что так примерно одно и то же получается. То есть разницы особо я не почувствовал. Вот. Но истребление лучше монастаки контрит, поэтому буду на нем пока лазить. В общем, ладно. Отчеты все понятно. О, тень. Дали кусочек тени. Ну, прикольно пойдет. Второго уважения он теперь.
нужен был мне он вообще. Ну, в общем-то, ладно. На этом у меня пока что все. Всем спасибо за просмотр. До встречи.